Привет, чуваки! С вами говно! Да-да, не удивляйтесь! С вами все то же самое говно 007! И сегодня я стою на такой шикарной площади. Для тех, кто не знает, я нахожусь в Швеции. Я здесь живу. На такой шикарной площади. Видали, какая архитектура? Деревянные постройки, дерево на дереве, да. А вон там, там типа что-то уже американской постройки такой, да. Нью-Йорк напоминает, круто. Но речь пойдет сегодня не о том, не о постройках. Я посмотрел недавно ролик Чижа Нью-Йорк. Чиж Нью-Йорк, есть такой блогер, он живет в Нью-Йорке. Алексей Чижов. Ролик называется «Как снять жилье в США». Вот. И он показывал свою квартиру, как он живет. И если честно, я был немного шокирован. Не, я понимаю, конечно, что он живет там очень дешево. Как он сам изъяснился, что цена на его квартиру очень дешевая, потому что ему поступило предложение. А иначе такие квартиры стоят там, если я не ошибаюсь, по $800 в месяц арендовать. Но не в этом суть. Суть в том, что Алеша Чижов, он для меня был как эталон блогеров. Он был для меня великий гуру. Но я его всегда видел в своих роликах на фоне белой стенки и никогда не знал, что скрывается за этой стенкой или что за этой стенкой влево или вправо, да. Я думал, он живет в шикарных апартаментах, у него столько много подписчиков, у него наверняка есть монетизация, и что он живет действительно в шикарных апартаментах и ездит на дорогих автомобилях, одевает дорогую одежду. Но когда я увидел его жилье, я был немного шокирован. Я ему даже написал коммент, что: «Алеша, если тебе нужны деньги на квартиру, на кооперативную квартиру, я готов тебе, ну, помочь под хорошие проценты». Но, понимаете, я-то блогер-говняшка, а он гуру. И он мне пока что ничего не ответил. Даже мой коммент этот, который ему написал, он прошел в топ-комменты. То есть то, что этот он коммент увидел, это наверняка. Но пока что просто ответа я не получил. Я надеюсь, что я получу этот ответ. Я надеюсь, что он воспользуется моей помощью. У меня есть такая просто возможность помочь ему действительно деньгами. Ну, не пожертвовать ему на квартиру в кооперативе, а просто одолжить ему под хорошие проценты. Он будет доволен. Просто я не хочу, чтобы человек, который, ну, делает такие хорошие ролики, жил в такой маленькой, на мой взгляд, неуютной маленькой квартире. Я хочу, чтобы у него были все условия для проживания. Я хочу, чтобы у него вообще никаких проблем не было. Чтобы он творил свое творчество, если честно. Потому что мне нравятся очень его ролики. Он очень умный парень. Ну, бывает, косяки мочит, конечно. Но, в принципе, он очень, очень хороший умный парень. Мне очень нравится. Если честно, это я из-за него начал делать видеоролики. И стал, так сказать, видеоблогером, или как это называется. Я даже не знаю то, что я делаю, как это называется. Вот. Поэтому, Алеша, если ты меня слышишь, да, не стесняйся, пиши в личку, если не хочешь там, чтобы все читали твой коммент, пиши в личку, я тебе помогу с деньгами. Если надо, даже приеду к тебе туда в Америку, купим тебе кооператив в Ашане, ты знаешь, про что я говорю, Ocean, у вас на Брайтоне есть там, потому что я в Нью-Йорке был дважды, и там весь ваш Брайтон исходил вдоль и поперек. Будешь жить в этом в Ашане или в Оушене, как вы его там называете, жить и не тужить. У меня сейчас просто, понимаешь, я свои деньги в банк положил под проценты.
И сейчас вот этим летом у меня выходит срок, то есть мне надо что-то с бабосами делать. Либо их опять в банк вкладывать под проценты, либо, ну, либо тебе одолжить под хорошие проценты. Так что, Алёша, давай думай, пиши мне сообщение в личку. Держись там давай, потому что в таких условиях, как ты, жить нельзя. Я там у вас видел еще, ну так как я человек, который обращает внимание на детали, увидел у вас с Неллей детскую кроватку. У вас что, ребенок родился, что ли? Если у вас ребенок родился, то однозначно вам надо оттуда переезжать. Вам нужна минимум трехкомнатная квартира. Нельзя, чтобы ребенок в таких условиях находился. Просто нельзя. Мы вон с Юлькой ребенку вообще сделали такую шикарную комнату с такими шикарными обоями. Я сделаю ролик, короче, ты посмотришь. Там ей вторую такой этаж сделали. Короче, Алеша, подписывайся на мой канал. Я понимаю, что тебе впадло, но подпишись, подпишись. И я знаю, что мои ролики ты все-таки смотришь. Признайся все-таки, признайся. Тебе это тяжело признаться, но хотя бы мне в личку напиши, что ты их смотришь и ты меня любишь. Все, давайте, чуваки, будем прощаться. С вами было Говно 007. Подписывайтесь на самого лучшего, позитивного, говеного блогера в мире. Чё! Ha 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 ha!